В Мурманском многопрофильном клиническом центре появилось новое отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения. В нем будут оказывать пациентам высокотехнологичную помощь. Вмешательства будут проводиться через артериальные или венозные сосуды или через камеры сердца под рентгеновским контролем, что позволит работать с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациентов. Все это возможно благодаря современному оборудованию, деньги на которое были выделены из федерального и регионального бюджетов. Работа по совершенствованию высокотехнологичной помощи продолжается. Основная задача, по словам руководства учреждения, сейчас сформировать оперативную доставку пациентов в отделение, поскольку время здесь играет решающее значение.